Иногда некоторые секреты в играх лучше не находить. Всем привет, я Никитон, и это 24 пасхалки, которые вы не захотите найти. Приятного просмотра. Исследуя карту Эрос в режиме захват в Battlefield 5, можно отыскать непримечательную избушку, в которой есть миленькие гномы. Сначала они могут показаться невинными, но стоит вам их обидеть, как вы мгновенно об этом пожалеете. Некоторые игроки начали уничтожать гномов, думая, что они не отличаются от других декораций. Но стоило им обернуться, как за ними обнаруживался красноглазый демон, неустанно их преследующий. Его совершенно невозможно убить, от него нельзя убежать, и он будет пугать вас во имя мести. Но это не так странно, как секретная комната в Dark Deception, на которую тоже не стоит натыкаться. В канализации нужно пробираться по лабиринту туннелей, избегая роботизированных уток с человеческими ногами. Если вы найдете лифт, вам может показаться, что теперь вы в безопасности. Но он привезет вас в комнату, которая в 10 раз страшнее. Теперь жуткие утки будут дразнить вас из-за тюремных решеток. А вот секрет, который не находили на протяжении 20 лет, таился в Army Man Surges Heroes. Там была одна стена, через которую можно было просто пройти. Вы могли ожидать, что там будет прикольная награда, но вместо этого вы видели фото разработчика с кусками плоти, пришитыми к голове. Так что да, спать после этого будет сложновато. Но это не единственная пасхалка, от которой кровь стынет в жилах. Ведь зомби из Half-Life 2 и так звучат довольно жутко. Но когда некоторым игрокам показалось, что в криках зомби скрыты слова, им, наверное, не стоило проверять эту догадку. Оказывается, зомби действительно разговаривают. Проиграв их фразы задом наперед, можно услышать кое-что жуткое. А в Hitman Bloodmoney можно отыскать вечеринку, на которой дерутся несколько мужчин. Это не очень странно, но с ним связан секрет, которого нужно избегать. Если вы пройдете мимо группы, вы увидите на земле непримечательную золотую монету. Стоит вам в нее выстрелить, как мужчины разденутся и начнут на вас бежать. Если это вас не напугало, то вы, наверное, больше боитесь унижения. И High on Life мастерски издевается над игроками. Во время схватки с Нипулоном он сначала заставит вас галлюцинировать, а затем опозорит вас на всю оставшуюся жизнь. А порой над нами издеваются не враги, а знаменитости. Брюс Кэмпбелл озвучил рассказчика в игре про Человека-паука 2002 года. И если вы умудритесь умереть в обучении, он знатно вас пристыдит. Okay. Well, you just got pounded by the weakest enemy in the entire game. That's not something you're gonna wanna brag about, alright? Кстати, о пасхалках, которые не стоит находить. В Splatoon есть одна, которую разработчики вряд ли хотели выставить на всеобщее обозрение. После того, как игроки расшифровали внутриигровой язык, кто-то заметил, что еще не был переведен текст на футболке, который иногда носит торговец. Очень скоро выяснилось, что там написано «F**k you». Некоторым играм стоит попридержать язык. Но разработчики Outlast восприняли такое требование слишком буквально. В офисе в игре есть телефон, и если поднять трубку, вы услышите голос мужчины, который очень за вас беспокоится. Hello? Hello? Oh, thank God you're alive. Его беспокойство кажется искренним, но вас ждет неожиданный поворот, ведь из телефонной трубки высунется язык и нападет на вас. Фух, да уж, после такого нужен хороший отдых, желательно в кругу друзей. И как же хорошо, что недавно я узнал о запуске Ion Classic. Это фэнтезийное MMORPG, в которой есть буквально все. От осады замков, полетов до эпичнейших данжей и сражений с драконами. Но что лично меня заставило вернуться в олдскульную версию одной из моих любимых корейских ролевок, так это очень ненавязчивое внедрение современных механик
и Quality of Life улучшений, которые превращают игру в тот самый Ion 10-х годов, но в 3 раза лучше. Например, прокачка стала намного быстрее, а еще добавили специально созданные для этой версии подземелья, обновления, костюмы и, конечно же, доработанный до идеала баланс. Здесь также осталась классическая таргет-система. Планета Атрея не претерпела еще так много изменений и максимально сохранила свой первозданный вид. Кстати, если вдруг вы вообще ничего не слышали про Айон, то мир игры зиждется на противостоянии между Даевами, защитниками этой самой Атреи, и Балаурами. Одно из их сражений оказалось настолько разрушительным, что это разделило Атрею пополам, образовав посреди опаснейшую бездну. И теперь вам предстоит наконец-то дать полноценный отпор Балаурам, нацепив на себя крылья и выбрав один из 8 мощнейших классов. Айон Classic недавно получила обновление 2.5. Добавили новые подземелья и боссов, произвели ребаланс и изменили все классовые умения. Стартовал новый боевой пропуск «Путь до Эва» и добавили множество других активностей. Игра офигенно играется, просто возвращает тебя в эпоху расцвета ММО. Так что обязательно зацените Айон Classic и залетайте в игру по моей ссылочке в описании. Защитим Атрею вместе! А мы продолжаем. Во франшизе Gears of War полно секретов, но один из них находить не стоит, потому что разработчики вас за это накажут. В третьей игре на карте Checkout был глюк, который заставлял игру зависнуть для всех, если вы одновременно нажимали на кнопку тревоги и раскручивали гранату. Естественно, игрокам было интересно, можно ли продолжать так троллить, когда карту портировали для Gears of War 4. Но стоит вам взять в руки гранату, как случится вот это. Все мы порой афкашим, но в Мордхау это открывает уморительную пасхалку. Если вы просто посидите 5 минут, на экране появится полуголый мужик на здоровенном шлеме. Yes! 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 По крайней мере, это не так неприятно, как найти секретную локацию, предназначенную исключительно для того, чтобы обругать игрока. В обучении High on Life можно открыть секретную дверь на несколько секунд с помощью вот этого переключателя. Если вы достаточно прытки, вы можете успеть добежать до нее и пройти по туннелю, где вас будет ждать вот эта шикарная пасхалка. В Batman Arkham Knight разработчики добавили ужасающий секрет для всех тех, кто проходит игру во второй раз. Во вступлении кажется, что ничего не поменялось, и Джокера, как обычно, кремируют. Но через примерно 2 минуты он сделает вот так. Вы можете пожалеть, что начали перепроходить игру. А в Detroit Become Human она вообще постоянно проламывает 4-ю стену, и это не всегда приятно. После каждой игровой сессии, если вы дали кому-нибудь из персонажей умереть, окажется, что это сильно расстроило Хлою. И она заставит вас испытать жгучий стыд. Вы дали Кэрри и Алисе погибнуть? Как вы это допустили? Но это даже близко не подходит к тому, насколько странный Йода прячется в Jedi Fallen Order. Большинство игроков думали, что его в игре нет, но потом кто-то совершил безумное открытие. Если проделать несколько сложных и отнимающих немало времени шагов, можно добраться до вот этого уступа. Вам могло показаться, что за ваши старания вас вознаградят крутым секретом. Но вместо этого вас ждут низкополигональные существа и Йода прямиком с Алиэкспресса. Это не тот Йода, которого игроки хотели увидеть. Но он хотя бы получше, чем чудище из Red Dead Redemption 2. В игре есть запертая избушка, в которую нельзя зайти. Но игрокам удалось пролезть в нее со 2-го этажа, и они обнаружили пугающий секрет. Ведь там вас ждет старая лаборатория с черепами, жуткими инструментами и вот этим существом. Такое чувство, что безумный ученый нарезал разных животных на части, чтобы собрать из них это. В общем, это секрет, который находить не стоит. То же касается очень неудачной сцены Fallout 3. В игре полно скелетов, и видно, что некоторые люди перед смертью были в интересных ситуациях. Но одного парня просто жаль. Если вы решите уничтожить цитадель, вы сможете вернуться на руины и найти скелет, у которого вентилятор в интересном месте. Да, вот ему реально не повезло. А в Manhunt 2 в клубе есть довольно неожиданный секрет. Вы могли
могли подумать, что там будет какая-нибудь неприличная отсылка. Но те, кто подходил и смотрел в среднее окошко, узнавали, что там творилось на самом деле. Если заглянуть внутрь камеры, вы увидите ужасающую сцену. Чего? Я чувствую себя обманутым, но не так сильно, как те, кто прошли Shadow of the Colossus 3 раза и стали жертвой розыгрыша от разработчиков. Каждый раз, когда вы проходите игру, ваша выносливость возрастает. И при четвертом прохождении ее будет достаточно для того, чтобы взобраться по высоченной стене храма. На вершине будет фруктовый сад, и фрукты в нем, казалось бы, должны быть шикарными. Но вашей наградой за десятки часов, проведенные в игре, станут ядовитые фрукты, которые снижают как выносливость, так и здоровье. Но даже эта концовка лучше, чем то, что себе позволила Silent Hill 2. После того, как вы откроете 3 разных концовки в этой игре, во время 4-го прохождения вы сможете открыть истинную концовку. Вот только окажется, что игрой управляла Сиба Ину. Так что во всех ужасах, которые вы пережили, виновата собака. А порой вы долгое время не начинаете новую игру. И это не страшно, если вы только не играете на первой Xbox. Если первую консоль серии надолго оставить в главном меню, вы услышите помехи, а также жутковатые голоса роботов. Некоторые игроки даже слышат в них фразу «Умри, человек». Но странные звуки даже близко не подходят к секрету в игре про Соника. В Sonic City есть меню для прослушивания звуков и музыки. И один из звуков включал экран, который наверняка пугал немало детей в свое время. Порой секретам стоит оставаться секретами. Это определенно касается секретного уровня в Ultra Kill. Если забрать вот этот синий череп, включится особый режим, который сделает уровень жутковатым. А еще из темноты вас постоянно будут атаковать враги. Они могут убить вас с одного выстрела. Так что одной ошибки хватит для того, чтобы проиграть. Если вы все же выживете, вас ждет сумасбродная награда. Монитор с надписью «Человечество было ошибкой». По крайней мере, он не пугает вас внезапно, как прикол для снайперов из Black Ops 2. На карте Mob of the Dead игроки могли выйти на крышу, чтобы насладиться салютами. Но если вы советовали кому-нибудь из друзей посмотреть на них через оптический прицел, те сразу же жалели, что вас послушались. Хей, ребята, а какой найденной пасхалке или секрете больше всего жалели вы? Обязательно пишите и описывайте свой игровой опыт в комментариях к видео. Конечно же, не забывайте прожимать пальцы вверх, подписываться и все в этом духе. Огромнейшее спасибо за просмотр видео до самого конца. С вами все это время был Никитун, и до скорых встреч в новых видео!